О, наконец-то я выходные, ребят. Наконец-то я пришел домой после этого учебы. Ну, наконец-то! Поздравляю вас всех с длинными выходными. Счастья, ребят, вам. Здоровья. Всех вам благ и всего самого наилучшего. Ну, а сегодня, ребят, у нас... Балдер. Балдер. Досмотрите обязательно до самого конца. Мы с мистером Левой поможем вам определенно расслабиться. Это того стоит. Подписывайтесь обязательно на канал, если вы тут впервые, чтоб ничего больше не пропускать. У меня всего лишь 3 жизни, чтобы не сказать, ой, 1, 2, 3. Господа и дамы, усаживайся поудобнее и делаем погромче. Самые приятные, самые расслабляющие и самые просто утешительные звуки, которые вы когда-либо слышали. Ребят, я просто тащусь, если честно, от этого. Ребят, это просто. Я боюсь, что у меня просто слезы от счастья потекут. У меня уже голова ходуном ходит от этого. Правда. Самое приятное, что я здесь видел, это были яички. Да, они очень-очень классно хрумкают. Ух. Ребят, это не только приятно слышать, но и видеть это. Я не знаю, что это было. Даже иногда, вот знаете, после того, как целый день говорил... Вообще потом не хочется ничего говорить. Просто молча делать вещи. И благо есть люди дома. Родные люди, которые вот... С которыми можно помолчать, согласитесь. И вот это самое приятное, что вот... Дошик, дошик, ребята. Это было просто мега. Это было просто мега, 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 мега. Оно так разорвало, ребята. Это просто вообще балдеж. Ребят, это так расслабляет просто до безумия. Вот вы бы знали. Вы бы знали, я не знаю, как вам передать свои эмоции. Я бы это слушал бесконечно. После действительно тяжелого рабочего дня, когда... Эти все разговоры, эта вся суматоха прошла, ты приходишь в спокойный дом. В теплый дом. Огромное удовольствие. Господа, еще даже спать хочется. Уснуть бы сейчас. Точнее, не уснуть бы. Вроде бы только что такое было, но... Я даже этого не замечаю. Звук просто шикарный, бесподобный. Голова ходуном ходит. Уже. Это было? Это антистресс? Иногда, знаете... Ой, какой же он мягкий! Вообще просто у меня голова. Моя голова, ребят. Иногда, знаете, приходишь в магазин, покупаешь это... Там видишь какой-то антистресс и начинаешь его мять, мять, мять. А еще есть антистрессы, которые с запахом, знаете, с ароматом. Вкусненькие. На запах. Конечно, есть их нельзя. Естественно, естественно, естественно.
естественно. Ух ты! Нет. Нет. Нет, братан, ты этого не сделаешь. Это было просто удар по сердечку, знаете ли, ребят. Фух, спасибо вам, ребята, огромное, что смотрите. Я вам очень благодарен. Счастья вам, ребят. Здоровья. Всего самого наилучшего. Это самое главное. Было бы здоровье, ребят. Нам ли быть в печали, когда мы здоровы? Согласитесь. Подарочек на 8 марта. Ребят, также, пожалуйста, напишите в комментариях. По секрету. Это безумно мягкое. А что вы будете дарить своим девушкам, маме, там, бабушке, тете? Что вы будете дарить? Напишите, пожалуйста, в комментариях, поделитесь своими подарками. Возможно, кто-то возьмет на заметку, и также я возьму на заметку. Будет очень интересно почитать оригинальные подарки. И вы, девчонки, пишите. Это флуоресцентная губка, ребят, или флуористическая. Я прошу прощения, если я буду запинаться и что-то ошибочно говорить, потому что действительно, иногда приходишь вот домой и не хочешь ничего говорить, я уже это упоминал. Вот, и иногда язык даже заплетается. Хлебцы! Обожаю хлебцы, но, конечно, ими не наешься, как супчиком, да, знаете, котлетка с макарошками, просто отпад. С котлетками с макарошками. И супчик борщичок какой-то. Это мармеладки? Они даже дают пупку. О, только не в ту сторону, было бы вообще просто залипательно смотреть, как вот эта вот паста вырывается из тюбика. Вот-вот-вот, антистресс. Он не раздавился! Весь воздух перетек в этот. Бог. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Серьезно? Это сногсшибательно. Шоколадные дрожжи очень прочные. Ну, если честно, то миска прочная. Эти впрыски вообще такой отпад, согласитесь, вначале это было что-то нечто. Вот этот мощный всплеск этого сока просто. Ух. Вообще просто. Ой, тапочки эти вообще улетают. О! Йогурт, как же он пшикнул классно. О! О! Ох, как шлепнул-то, а? Воу! Как... Ой, какие чипсы классные! О! Супер! Как у граната, а? С
сногсшибательно, согласитесь. У меня просто голова пошла. Ходы назад закрываются. Надеюсь, вам действительно все понравилось, ребят. Обязательно ставьте большущий палец, подписывайтесь на канал, если это впервые, чтобы ничего не пропускать. Рассказывайте обязательно всем своим друзьям об этом. У меня уже глаза закрываются. Пусть расслабятся, несомненно. Поздравляю вас с праздниками. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите обязательно себя и своих близких. Жмите на вот эту штучку. Посмотрите вот эти видосы. Это специально для вас. А это еще одно расслабляющее видео. Я для вас выберу. Тыкайте, это того стоит, вы не пожалеете. С вами был, как всегда, я, Арайли. Желаю, ребят, вам всем успехов, счастья, здоровья. Берегите обязательно себя и своих близких. Ну, а не отчаивайтесь. И увидимся уже в новых видео. Пока.